Таврической академии Крымского федерального университета имени Владимира Ивановича Вернадского состоялся концерт, посвященный 78-й годовщине со дня рождения ректора Таврического национального университета и первого президента КФУ имени Вернадского академика Николая Васильевича Багрова. Очень яркую и интересную прожил жизнь Николай Васильевич. Это человек, который оставил колоссальный след, дай Бог каждому из нас пройти такую жизнь, увидеть ее во всем многообразии, повстречать на своем жизненном пути такое количество людей, при том самого разного уровня. Это и президенты разных стран, и самые высокие руководители еще Советского Союза и в постсоветском, так сказать, периоде. И мы вместе создавали Крымский федеральный университет. Конечно, это безвозвратная утрата. Все мы чтим Николая Васильевича, почетного крымчанина, который, в общем-то, и заложил ту основу самостоятельности Крыма, которая могла реализоваться крымской весной. Светлая память, Николай Васильевич, низкий поклон. В истории Таврического университета есть две фигуры, есть две личности. Это академик Вернадский, который создал университет, и есть академик Багров, который его возродил. 26 октября бессменный ректор ТНУ мог бы вместе с нами отметить свой день рождения. Однако судьба распорядилась иначе. В этом году на первоначальном этапе становления КФУ Николай Васильевич покинул нас. Это талантливый человек и очень добрый. Он у нас был душой коллектива, потому что это человек с большим добрым сердцем. Он никогда не оставался равнодушным к любому сотруднику. К нему могли прийти со своими проблемами, как профессор, которого он встречал с добротой и с теплом, точно так же и любой сотрудник. Мы Николая Васильевича будем помнить всегда, любить его, и мы знаем, что он создал Таврический университет, он создал ту альма-матер, которая у нас сегодня, наш Крымский федеральный университет, Таврическая академия, и тот дух, которым наполнены и стены этого здания, и души сотрудников, и студентов. Это заслуга и гордость нашего Николая Васильевича. Подлинный масштаб и величие таких личностей, как Николай Багров, всегда проверяется только временем. Он был человек с большой буквы, был ученый, администратор, хозяин университета, учитель для всех нас, потому что сейчас мы формируем новую команду руководства Крымского федерального университета, но очень большой задел в этом сделал Николай Васильевич, будучи первым президентом Крымского федерального университета, потому что именно под его руководством и формировалась вот эта вот первая команда федерального университета. Уже сегодня есть все основания утверждать, что личность Николая Васильевича Багрова достойна того, чтобы занять свое почетное место в ряду самых выдающихся ученых и организаторов науки за всю почти столетнюю историю университета. Моментно скрываются таланты, так есть за что сказать.